Вас вітає служба інформації телерадіокомпанії «Гомель» у студії Наталія Ігнатенка. Добрий день. Сьогодні у Гомелі офіційно відкрився транспортно-логістичний центр «Білмедсервіса». Як чекається, його діяльність дозволить не тільки поліпшити якість обслуговування існуючих грузопотоків, але й притягнути нових перевозчиків. Олег Сенцеров ознайомився з пропановами. Транспортно-логістичний центр «Гомель-Білмедсервіс» покуль один на території в області сучасний термінально-складський комплекс з розвитою інфраструктурою. Його мета – максимально повне і, головне, економічно ефективне обслуговування клієнтів. Це у початку 90-х машини могли чекати свої черги сутками, зараз зовсім інше потребування. На новому складі маль 1900 місць для заховання товарів. Кожне розлічено прикладно на 600 кілограмів. Отримується, що одночасово тут можна розмістити більше як 1000 тонн різностайних грузів. Виключення робиться бодай тільки для грузів, які потребують особливих температурних режимів. У гомельському філіалі «Білмедсервіса» кажуть, що після проходження усіх необхідних митних процедур їх можна заховувати на місцевих підприємствах той же м'ясомолочної компанії, а тому будувати дорогі термінали, поки немає необхідності. Увогалі товарно-логістичний центр побудований з уліком реальних грузопотоків у цьому регіоні. При необхідності його можна поширити чи оснастити додатковим обсталюванням. Логістичні услуги – це постійне розвиття. Совершенства нет предела и не может быть, поэтому, естественно, появляются новые требования от клиента, которые требуют определенного реагирования на эти требования. Естественно, мы сегодня доукомплектовываем. То есть в процессе сдачи объекта было, скажем так, определенная штатная положенность тех механизмов, которые здесь сегодня работают. Новый транспортно-логистичный центр у Гомеля будовали на протягу маль 5 годов. Такие достатково протяглый термин обумовлены спецификой мытной справы. Транспортные потоки спынить было нияк нельга. Зато и теперь гомельский филиал может не только принять импорт, который потом отправить у любую кропку, але и оказывает целый шерох додатковых послуг от сопровождения грузов с гарантованным обеспечением его захованности до проведения консультаций. Головная задача – полепшить якость обслуговывания иснующих грузопотоков и притягнуть новых перевозчиков. Мы, безусловно, надеемся на то, что потоки восстановятся, потоки транспортных средств и товаров через белорусско-украинскую границу. Вот, поэтому транспортно-логистический центр «Гомель-Белтаможсервис», он, наверное, и призван играть достаточно серьезную роль в том, чтобы обеспечить полный комплекс услуг по складскому хранению товаров, которые через границу перемещаются. Олег Сенцеров, Валерий Гопанько, телерадиокомпания «Гомель». Чарговая телефонная размова с жихарами регионов по хвалючих их питаниях отбудется завтра. Представники выконавчей улады проведут прямые линии. С 9 до 12 годин у Гомельским областным выконавчим комитете на питание жихаров в области будет отказывать наместник старшине облвыконкама Владимир Владимирович Горбачев. Номер телефона 75 12 37. У Гомельским городским выконавчим комитете прямую линию проведет наместник старшине Сергей Евгенович Андреев. Звонков от гомельчан чекают по номеру 75-63-33. Как и завсёды по субботах, прямые линии будут организованы так само у районных администрациях и райвыконкамах. Пресс-конференция по темах будовництва жилья и социальных объектов, а так само развития городской инфраструктуры отбылась у Гомеля. На питание журналистов отказывали представники управления архитектуры и капитального будовництва. Подробности в наступном сюжете. Одной из головных тем размовы стал генеральный план развития города, громадское обмеркование якого повинно пройти в ближайший час. Проект генплана был распрацован еще 5 годов тому и предугледжвал взнос на великих городских территориях. У основным у приватным секторе, який переходил у резерв шматповерховой забудовы. Однако реальность унесла свои коррективы. Этим генеральным планом предусматривается уменьшение данного резерва, но генеральный план станет, так скажем так, таким реальным документом, который город будет способен в ближайшие 5-10 лет выполнить. Будет более, скажем так, реальные сроки, реальные объемы, соответствующие нынешнему времени. Шерох питаний на пресс-конференции был присвечен улице Кирова, реконструкция якой выкликала неоднозначную реакцию горожан. Особливо скорочение колькости пешеходных переходов, уладкование кольцевых развязок, изменение в автобусном маршруте номер 11. Городобудовники запевнивают, это был один из способ снизить автомобильный поток на перегруженной улице Советской. А моменты, которые зараз выкликают в острую критику, усяго только справа звычки.
Так само говорилось об необходимости захования будинков, которые отнесены до помников архитектуры. У Гомеле большинство таких находится в исторической части города. Идеальный вариант компромиссу, когда эти дамы не страчивают своего функционального призначения. Не засталась без уваги актуальная во все часы тема жилевого будовництва. Задание 200 тысяч уже выполнено практически городом Гомелем строительство жилья. И работаем над программой следующего года. Застройка будет вестись традиционно в микрорайонах 59, 96, 94 микрорайон. В следующем году тоже планируем где-то ориентировочно построить не менее 120 тысяч метров квадратных нового жилья. Руслан Проляскоўскі, Максим Савін, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». У Гомелі у день маці народилися 33 дитяти, 19 хлопчиков и 14 дівчинок. Год тому у гэты ж день у обласним центрі на свет з'явилося только 14 малых. Маці самых юных гамельчан повіншавали супрацовники библиотеки филиала номер 11. Яны провели у обласним роддоме акцию под назвой «У гості до будущего читача». Счастливых мам повіншавали з новонародженными, пожадали детям моцного здоровья. У подарунок жанчыны отримали книги, рекомендационные списы литературы по выхованию, запрошальные билеты у библиотеку и развивающие гульни. Мы поздравили мам с рождением их деток, пожелали им счастья, здоровья и пригласили их в нашу библиотеку. После трехгодового перапынку артисты Национального академического драматического театра имя Якуба Колоса приехали с гастролями у Гомель. Витебские артисты привезли 4 постановки. Гастрольной пляцовкой стала сцена Гомельского областного драмтеатра. Первые глядачи увидели трагикомичную историю по оповести Павла Санаева «Поховайте меня за плинтусом». Ее на театральных подмостках у вас убил мастацкий керовник театра, заслуженный деяч мастацтва у Республики Беларусь Валерий Анисенко. Вогуле это радостная подея, когда мы приезжаем один до одного гостя. Тем более, что опошним часом гастрольное житие наше, так сказать, скукожилось троху. Но эту тенденцию треба обовязково подтримливать, глядеть один одного. Не сидеть одному на купе, не куковать, какие ты тренавиты, какие ты пригожие, самый-самый-самый у твоем болоте. Не, треба, тем более тут 300-400 километров, краина невеликая. Треба бачить, что мы робим, обмениваться, набираться в опыту, учиться треба. Прикладно месяц тому артисты Гомельского театра побывали с гастролями у Витебску. И визит коллективу театра имя Якуба Колоса стал жестом у отказ. На протягу нескольких дней витебская трупа представит 3 спектакли для дорослой публики. Для самых же маленьких аматоров театру разыграют казку «Гульню», якая увасабляет пьесу гомельского драматурга Василя Ткачева. История про то, как волк мамой был поставлена на белорусской мове. И об спорте. У Гомеля проходит традиционный международный турнир по боксе памяти майстра спорта СССР Владимира Губанова. У 12 раз спаборництвы собрали мощнейших спортсменов с Беларуси, России и Украины. Владимир Губанов неодноразово становился чемпионом БССР. 10 годов узнашальвал Гомельскую федерацию бокса. Шмат силы часу тратил на выхование молоди. Немало у его и працовных узнагород. Семья Владимира Губанова – жаданные гости на турниры. Очень замечательно, что отца не забывают, что о нем помнят. Вот. Это был на самом деле очень достойный человек, замечательный боксер, насколько я даже знаю по своему детству, что он свою жизнь посвятил спорту. Представительство на турниры довольно серьезное, как сирот мужчин, так и женщин. Усяго каля 80 спортсменов. Многие из их члены национальных команд. Есть призеры и переможцы чемпионатов Европы и света. Зараз напруженный перед олимпийский период. На самых престижных стартах разыгрываются путевки у Рио-де-Жанейро. Турнир памяти Владимира Губанова спортсмены включают в план подрыхтовки до этих споборництв. Для нас этот турнир, как говорится, большой опыт для наших ребят. И я думаю, что в дальнейшем также мы будем приезжать и участвовать в этих соревнованиях. Мощнейший состав выставила и Гомельская область. Боксеры рыхтуются до Кубка Беларуси, який пройдет в листопаде. Максим Савин, Ольга Вальченко, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель». И на этом выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.